Ну, ту редкую книгу явно охраняет богиня Бубаста. Раз она своего сына прислала ее охранять. Ну-ка, дай-ка сюда. Дай сюда эту редкую книгу. Ты на ней явно пригрелся. Явно пригрелся на ней. Мы ее так и не дочитали-то. А здесь же у нас столько много интересного. И про Нефертити. И про тайны. Вот красивейшая женщина. Древности. Эталон красоты. Не дам. Моя женщина. Не дам, говорит, она моя. Эту книгу любила читать моя мамочка. Потому что там есть не только про цивилизацию Древнего Египта много, а дай сюда, дай. Ну еще и про цивилизацию. Инков. Майя. И таинственные послания. Потом, как раз самое время почитать сейчас про послание к потомкам. Самое время, потому что у нас тут у нас идет столько интересных дней и осей. И Хэллоуин. И магнитные бури солнечные. Я раз тоже нам вот по теме интересно, кто есть кто. И как определить личность человека. И эта книга должна быть настольная в любом училище. Который производит средний технический персонал. Потому что как раз говорят, что мы как раз стоим на грани поворота истории. Ну, про солнечные пятна. Слишком древние. Вот, когда ее написали, эту книгу, ее написали очень давно. Перевели на русский язык тоже очень давно. Тираж у нее достаточно большой, поэтому я думаю, ее можно найти в любой библиотеке мира. А если ее нет, в любой библиотеке мира. 4000 экземпляров. Это очень большой знак. Ее можно наверняка заказать у тех, кто когда-то ее издавал. Еще, наверное, не потеряна связь времен-то, да? Или придется заново переводить. Эту литературу на русский язык.